Вас вітає Політека Ньюз. Сьогодні спілкуємося з політичним експертом Михайлом Чаплига. Разом із нами. Я вас вітаю, пане Михайло, доброго здоров'я. Доброго дня. Ну, поки серйозні чоловіки з'ясовували відносини на футбольному полі, я маю на увазі команда України і команда Швеції, не дуже вже серйозні такі чоловіки, народні депутати Олександр Куницький та Микола Тищенко влаштовували розбірку в Верховній Раді. Є відео, давайте подивимося. Какую, Коля? Нахер ты телефон мне бросаешь, ты дебил? Коля, иди сюда. Что ты творишь? Коля, что ты чудишь? Ты что, не оскорбляйте меня, пожалуйста. Что ты телефон бьешь? Что ты бьешь меня? Телефон? Ты что, больной? Не ругайтесь, пожалуйста. Коля. Что ты творишь в Верховной Раде? Ты что, больной? Зачем ты напал на меня? Перестань преследовать меня, пожалуйста. Коля, что ты больной идиот или что? Ну, это все на видео есть. Хватит. Ну включи наш камеру, что больной. Хватит. Коля. Два дебила это сила или как? Не, ну два дебила это мощная сила, я бы так сказал. Вы знаете, ну, на меня некоторые обиделись, там сторонники Куницкого, что, мол, ну я не прав, там не два дебила, а только один. Но я все-таки буду настаивать на том, что два. Потому что, к сожалению, я не знаю, или это к счастью, но из 200, сколько их там, почти 250 депутатов от Зеленского, если мы попросим сейчас избирателей или зрителей назвать, быстро назвать хотя бы первых, там, ну, любых 15 депутатов из этой фракции, я думаю, максимум досчитают до 10 и не смогут назвать даже 15. Это говорит о том, что там 250 ноунеймов, просто неизвестно кого. И будь ты хоть 100 раз хорошим человеком, который что-то правильное делает, вас никто не знает. Поэтому даже любое доброе дело, которое хотел бы сделать тот же Куницкий, а речь, насколько я понимаю, шла о споре. Куницкий отстаивал то, чтобы моряки не платили какие-то там поборы, по-моему, при подтверждении дипломов. Я небольшой в этом специалист, но дело, в принципе, правильное абсолютно. При этом Тищенко выступал, я так понимаю, против, что-то там лоббировал. Соответственно, между ними завязался спор, но об этом знаю я. Кто знает еще из зрителей об этом? Зритель увидит двух депутатов, которые называют друг друга идиотами и дебилами. При этом Тищенко ведет себя, знаете, как хулиган-провокатор в школе. Знаете, как у нас вот это такие хитро сделанные, ну, маленькие бандиты, или как там, хулиганы. Они сперва, знаете, били по морде там кого-нибудь слабого в классе, а потом, когда заходил учитель, сразу делали из себя, знаете, такое все правильное, типа, молодой человек, пожалуйста, не трогайте меня руками, зачем вы ко мне подошли к моей партии? Вот. Ну, а человек, которого обидели, естественно, в эмоциях, в нервах пытается восстановить справедливость. И, соответственно, учитель видит нервного товарища, который там махает руками, и очень культурного воспитанного человека, который с неподдельной, значит так, толерантностью пытается отвадить хулигана от себя. Вот. Поэтому Тищенко проявил себя как вот это, ну, каждый пусть придумает себе эпитет сам. Вот. А Куницкий проявил себя как, ну глупо в этой ситуации, поскольку еще Амосов говорил, что если на улице на тебя лает собака, это не повод стать на четвереньки и лаять ей в ответ. Проиграли в этом всем мы, обычные граждане Украины. Потому что весь мир, даже не понимая украинского языка и сути происходящего, увидит в Ютубе, а это международная платформа, увидит уровень парламентаризма в нашем парламенте. Это просто дно. И нанесен ущерб и президенту. То есть люди, которые пришли именем президента в парламент, устраивают такое, они должны, если они уважают своего президента, уйти из этого парламента, хотя бы из уважения к собственному президенту, который их туда привел. Либо вообще весь парламент должен быть распущен президентом, потому что, извините, теперь этот парламент, это уже не парламент, это уже какое-то сборище дебилов и идиотов, они сами себя так называют. И еще выставляют картинки в интернете и гордятся этим, понимаете? То есть это эффект Даннинга-Крюгера, когда человек настолько дебилен, что он не понимает собственный дебилизм. Вот. И выставляют еще по этому поводу картинки. То есть такой парламент, мне кажется, не имеет права на существование. И, соответственно, президент обязан его распустить. Потому что дальше, ну, сначала было там анал табу. Потом, ну, извините, попой к трибуне стоит, когда женщина выступает, да. Потом другие там эти скандалы были, кто там кому начальник. Потом появился вот это вот «два дебила – это сила». Я прям с ужасом жду, что же иностранцы увидят в следующих сериях из нашего парламента, если его немедленно не переизбрать. К сожалению, с третьей стороны, то есть проиграла третья сторона – народ Украины и парламентаризм, как ведь власти.
Пане Михайло, а на вашу думку, що наступний парламент буде кращим, тому що у нас яка тенденція, що з кожним скликанням Верховної Ради якість депутатів стає гіршою? Я уверен, что он будет лучшим, потому что Украина идет в общеевропейских трендах. Давайте посмотрим, какие тренды были у нас. Помните, сперва избрали во Франции Макрона. Макрон, и все кричали: у нас Зеленский, это наш Макрон, Макарон там и так далее, и так далее. Кто такой Макрон? Макрон — это действительно, по сути, как а-ля Зеленский, да, который появился во Франции и получил огромное число поддержки голосов и пользовался, ну, реально большой любовью. И огромные ожидания в плане реформ, развития Франции и так далее были. Закончилось тем, что вся эта бригада, которая пришла вместе с Макроном, сегодня опустилась по уровню поддержки до, ну, приблизительно уровня Ле Пен, да, то есть это ультранационалистические движения. Теперь во Франции новый запрос, огромный запрос на профессионалов, то есть те, кто уже в возрасте, кто опытен и профессионален. Соответственно, мы идем в тенденции глобальных трендов. Хоть там многие из нас пытаются сделать аграрную там супердержаву 16 века, но тем не менее мы точно так же есть часть европейских трендов, и мы, собственно говоря, идем в их фарватере. И то, что сейчас происходит во Франции, вот этот запрос на опытных, профессиональных, ну да, уже, наверное, в возрасте, и тех, кто уже имели власть в руках и знают ей цену, соответственно, такой же запрос будет и у нас в Украине. Поэтому, поверьте, следующий парламент, по крайней мере, в плане опытности и профессионализма, ну, тех уже проверенных политиков, будет намного более серьезным, чем тот, который, ну, у нас имеем сегодня. Пане Михайло, дуже вам дякую. Михайло Чаплига, політичний експерт, спеціально для Політика Ньюз. На все добре.